Итак, дорогие друзья, всем ассаламу алейкум и всех приветствую на моем канале Гаджи. Час из выхлопа, огонь. Золотая молодежь. Сегодня у нас на выпуске просто вот этот вот аппарат Nissan GT-R. Это мечта любого молодого пацана. В том числе и моя мечта детства. Вот. И спустя года мечты сбываются, все такое. Парень мне сказал: бери ключи, вот, забирай, катайся, что по кайфу делай. Вот он здесь. Как жизнь, брат? Всем привет, все четко у меня. Короче, скажи, застыковали. Сейчас думаем снять выпуск такси. Да. Выехали, так, лайв-канал чисто сделать. Официальный этот представитель Макдональдс. Да, да, да. Кстати, сейчас просто ее проверим, прокатимся, посмотрим, что за вообще. Что за GTR? Сколько есть сил? Сейчас и проверим, сколько сил. Так. Опа. Кстати, как тебе новый салон перешитый? Пушка просто, пушка. Ламбо стиль сделали. Ламбо стиль? Да, как в Ламборджини. Кстати, крышка от кетчупа. Фуи, фуи, этот выхлоп GTR. Просто от первого лица погружусь немножко. Блин, как народ прям вот нас за спиной чувствуется, вот это прям мощь. Ты свои процедуры хочешь, что ли, сделать здесь? А, ну давай сделаем, настроим. Вы пока внимание на вот эти все лампочки не обращайте, их скоро уберут. Да. Все. Кстати, это сейчас выхлоп сделали какой-то. Это сейчас сделали, это называется четвертый. Тормози, напоминание. Четвертая карта здесь, прошивки, называется Godzilla Mod. То есть сейчас из выхлопа огонь прям шмаляет очень сильно. А? И аккуратно там сзади не подплавь никого. Ты снять хочешь, что ли, с улицы? А выхлоп еще не прогрет. Давай мы короче, да, доедем до места, а там уже снимем. Покажем, как он стреляет. О, на этой карте вот ездить нельзя. На ней только можно стоять и газовать. А, чисто такая бандерейская, да? Да, да, да. Просто сейчас могли нечаянно мотор оставить здесь на Тараса Шевченко. А, ну обычно, да, здесь он часто оставляет. Такая она громкая. Я заметил, кстати, что она очень много внимания привлекает. Очень, даже чем ламба, мне кажется. Она, а тебе не высоко? Ты прям очень под потолок сидишь. Мои, блин, это тяги ГТР, это просто... Это золотые тяги ГТР. Это бархатные тяги. Так, блин, самое что, хочется кого-нибудь прокатить, понимаешь же, чтобы человек ощутил эти эмоции. Давай попробуем поймать какого-нибудь пассажира, работягу, может кто-то будет проезжать, тормознем, может это его мечта. Давай. Прокатиться. Вышло. Ай, Black Star только что машину помыл. Ай-яй-яй-яй-яй. 4000 на мой квадрат. Это что было? Огонь она пошел. Она жесткая, брат. А, я понял, почему она не едет. А, ты этот? Нет, кондиционер. Да не, не в этом дело. Обычно на приоре как бы. Блин, я забыл кондиционер выключить. Ой, блин, как она... А, нет, показала. Просто золотая молодежь, это про нее. GTR, Moscow City. Тяга жесткая, понял? Очень жесткая тяга. Прижимает, да, чувствуешь? Да, да, да. А смотри, сколько она жрет вообще? Жрет? Да, посмотрим. Сейчас 15 литров пока только завели машину, а средний расход у нее... Надо смотреть, ну где-то литров 35, сейчас нельзя было так делать. Ты на первую, да, скинул? Всегда на второй, ты на первую скинул. Нельзя так? Нет. Почему? На ходу нельзя, ты на второй только должен двигаться. О, видишь, что ты сделал? Блин. Вот так делай лучше, ничего да, не делай. Да, да, лучше так осада, брат. Автомат возьми. GTR коробка это... Здесь новое все стоит сейчас. Новая муфта. А ты такси работаешь, да? Да, официально устроен.
Ты просто столько выпусков с такси снял, а свою машину такси не заимел. Я вот думаю, может, купишь у меня эту машину? Она уже полностью готова под такси. В черно-желтом, белом стиле, обклеена, все четко у нее, видишь? Даже, снимите, даже, да? Даже в Яндекс она проходит. Отличная тачка, всем советую такую в будущем. Спасибо. А сама капризная машина GTA? Да нет, я на ней 2 года отъездил и вложил в нее. Ну вот один раз, наверное, масштабно сейчас починился, 500 тысяч отдал и все. Серьезно? Да. Офигеть. Это давай. Самая надежная тачка. Самая? Ну практически. Уверен? Ты ее сломать решил? Типа, сказать, что она ненадежная? На Кутузовскую выйдем, что ли? Смотри, сам. Когда говорят Кутузовка, сразу вот эта песня в голове играет. Ай, блин, что за сок просто? Яблочный фрукт. Ой, туннель! Ой. Ты по трассе сколько вложил на ней? 305. Серьезно? Да. Сейчас по городу столько положим. Не делай! Не делай дамага, я имею в виду. Гаджи, не делай, а! Не делай! Ты, кстати, она тебе очень идет, эта машина. Ребят, как вы думаете, напишите в комментариях, подходит гаджи такая тачка или нет? Она прям к лицу ему, честно. Смотри, брат, ты ее за сколько продаешь? Я ее 4 миллиона отдам. Не, честно, реально цену назови. Реально 4, я уже вот сейчас в нее положил. Тогда, когда вы приезжали с Ахмедом, я ее за 3500 готов был отдать. Сейчас уже 4. Плюс курс вырос туда-сюда, сам понимаешь. Год какой был? У нее был 2013, сейчас так же остался, 2013. Но она старее стала же, по-любому. На 8 месяцев, как мы не виделись, вот 8 месяцев прошло. Да? 8 месяцев? Да. А, больше прошло? 10 месяцев. Туннели ГТР это... Это отдельное искусство. Как М5Е60, а ну, толпа. Так и хочется на первую скинуть. За сколько подписчиков ты мне ее отдашь? Вот я тебе приход сделаю. Приход? Да. А у тебя столько нету. Не, смотри, у тебя сколько подписчиков? У меня на ютубе сейчас где-то 75-76. Сколько ты хочешь и за сколько, чтобы ты мне отдал ее? Лям. Смотри, я тебе привожу лям подписчиков, а ты мне отдаешь от ГТР. Настоящих, живых подписчиков. И какая разница, брат? Крученных за 3000 мне не нужны. Чуть не сдержался ты? Да, да, да. Так и хочется просто вот дать и не отпустить просто секунд 30. Сейчас, мне кажется, многие будут в комментариях писать, что я ему дал эту тачку специально, чтобы продать. Будут такие комментарии? Сколько мощных машинах катался, но вот эта машина это отдельно, да? Вот? Я катался на машинах намного быстрее нее, но тут эти эмоции ощущаются вообще по-другому. То, что это звук, это GTR, это спортивный характер, подвеска, вот это вот это. Турбина, блин. Выхлоп, да? Оно прям все добавляет, и ты прям чувствуешь себя как на гоночном болиде. Да, блин, я здесь развернуться хочу.
Не-не-не-не-не-не, тут не получится. Очень сложно здесь развернуться. Я знаю, ну что, батбан. Дагестанская схема, не? Ну боком нельзя. Боком не, брат, это же не М5. Четыре бумаги клади, пошашкуем. Она же огнем стреляет? Да. Гаджи, камера на 5000 была. Не поймал, не поймал. Не поймал, бы. 90 было, когда я приезжал. Она на 40, гаджи. 90, тогда это сколько получается? 2000 получается рублей. Давай, смотри, у меня реклама стоит столько-то, я тебе отвечаю. Ну, тачка просто, блин. Красный, пешеходы. Ты очень рисковый водитель на самом деле. Все, тачке надо отдыхать, она уже, смотри, как нагрелась. 104-106. А сколько норма? Норма 95 везде, в круг. В круг? Да. Снимай людей, снимай людей. Газдам последний раз, просто реакция, просто их снимать. Давай. Там родители начали детей прятать. Да? Блин, если я кого-то напугал. Извиняюсь. Брат, я на этой тачке, блин, продай-то мне ее в рассрочку. Рассрочку? Да. Не могу. Ну, на 5 лет хотя бы. 5? 5 много. А уже 4,5. Не могу. На сколько могу? Могу сразу в касание продать только. Отдать? Сотрудники ДПС. Блин, ну тачка, ребят, просто пушка. Она мне, ну, она нравилась мне всегда. Это ГТР, там, мечта детства, все дела. И когда на них сам за рулем катаешься, это уже мечта вырастает 2x. Блин, просто GTR. Вы представляете, вы каждое утро просыпаетесь, смотрите за окно, а там у вас ждет Nissan GTR. Не в такой Taycan, не GLE, не Gaelic, а GTR. Да, она пусть будет 10 раз дешевле, чем они, но все-таки это GTR. Это другой мир. Ты посади их за руль сюда, и они, да, кайфанут, да, больше, конечно, чем конечно на своих тачках. Вот представьте себе, ты молодой баран. И ты покупаешь себе GTR золотого цвета. Ты молодой баран, и ты покупаешь себе GTR золотого цвета. И кто-то у меня спрашивает, какая у тебя машина? Nissan GTR золотого цвета, да. Такси. И все думают, ты такой молодой баран, да, что да, ты купил, да, себе Nissan GTR. А, GTR Nissan, вот так надо, да? Да, да, чтобы, да, складно было. Так, брат, ну тачка, пушка, она мне сильно понравилась. Давай уже особо сильно мучить не будем ее. Сейчас один огонь сделаем напоследок. Оу, и... не, надо ждать. А, подождем, да? Минут, ну, подождем, 15-20, давай, чтобы остыло. Час 20? Час 20, час 30, где-то вот так. А, припарковался? Так, идем снаружи, покажем ее. Давай. Собственно говоря. А, откуда такая идея в такси? Вот там. Зачем такси? Ну а что делать на ней? Надо же как-то отбивать. Работы нет, кризис в стране. Блин, доллар по 100 рублей. Тоже, вот тоже, да, видишь, как двигаются? Да, тут красиво. Ты в Москве? В Москве умеет двигаться. S-класс. Кабри, все дела. Брат, одна просьба. Вот это, я считаю, что есть. А мне вот вчера один человек сказал, эта надпись очень в тему. Момента море? Да, момента море, правильно. Типа, все временно? Нет, помни о смерти. Помни о смерти. Это когда вот он улетает вперед других, и сзади, когда тебя догоняют, читают эту надпись, и сразу жмут, ну, да, на педаль тормоз. Надпись сама такая, понял? Правильная. А вот... смотрится она как будто важно.
Одноклассники 2010 год, Приора, My Life, My Rules. Вот это. Не, это чуть-чуть другая. Давай так, спросим у подписчиков. Ребят, как вы думаете, вот эта надпись в тему здесь или это колхоз? Ваше мнение напишите в комментариях. Вот можете оставить один комментарий и его залайкают. Что далеко идти? Нет, что далеко идти? Пацаны, ребята. Да, пацаны, да, вообще, ребята. Кто делает? Постройтесь, пожалуйста. По росту. Давайте быстрее. 3, 2, долго. 1, быстрее. Ты самый высокий вроде, да? Нет, я самый высокий. Гаджи, тоже вставай. Все, вот. Вот она, группа здоровья. 4-й Б в сборе. Да. Смотри, брат. Ребят, опрос. Давайте внимательно. Вот это момент амори. В тему? В тему или же нет? В тему? Ты что думаешь? Да, в тему. В тему? В тему. Что скажешь ты теперь? Поехали отсюда. Это не те ребята, да? Идет у нас ему хозяин Rolls-Royce, увеличь его семью. Мне кажется, он нас камеру заберет. Rolls-Royce. У тебя какой, как... Что за ласта, брат? 48-й взял. Что, вы понимали? У меня 41-й размер. Что, вы понимали? У меня 41-й. Ты вообще этот, хуйня, ты здоровый, брат. Тебе кажется, я молодой пацан. Ты не молодой, брат, ты огромный пацан. Мне кажется, тебе нужна 200-ка, а не ГТР. Не, ну у меня еще есть машина. Да? Помнишь? А, цешка. Тебе тоже понравилась. Цешка 63, а ты ее не продаешь? Пока нет, я ее сейчас сделаю в идеальное состояние. И она будет стоить так же 4 миллиона. За нее я готов отдать. Три бумаги не годится. Не. У меня вот реально есть ферма. Там есть у меня 15 верблюдов. Я готов за нее тебе 15 верблюдов и 40 бройлеров отдать. У меня есть время подумать? Есть, брат. Ты думай пока, думай. Я пока ГТР поснимаю, да. Эй, ребята, аккуратнее. Вы что, в натуре? Это же ГТР здесь. Сними одну вещь. А, давай. Просто посмотрите, что это ГТР могет. Золотая молодежь. Охренеть. Нереалка, брат. Так, смотри. Года два назад, когда она у тебя еще не была, я также сидел здесь и этот мазал ресурс. Никаких Краснодаре это было. Тогда она еще твоя не была. Тогда еще ты еще олигархом не был. Давайте, в лобу залезь. Давай. Так, смотри, кто первый ее вот так вот поставит, тот, получается, сегодня на вечер ее забирает, окей? На вечер отдаешь? Так это моя машина, я в любом случае вечером на ней буду. Нет, если я поставлю, я забираю ее на вечер, окей? Окей. А если ты поставишь? То в любом случае я ее забираю на вечер. Да, в любом случае ты ее забираешь. А если я поставлю, то... Короче, разберемся сейчас, давай. Давай. Поехали. Это карбон у тебя? Так, тогда не жалко. Короче, это долго. Пацаны, продолжай. Стой, куда? В Телеграм. Хочешь так сделать? А, нет. Ух, ты хочешь здесь закончить? Да, конечно. Ну тогда просто, понимаешь, был прикол. Ты попил, поставил. Ну да. В этом же продолжение там же и попил, поставил. Нормально, подожди. Ты чуть-чуть надо убрать. Или добавить. Или да. Неровность, брат. Не так? Я удивлюсь, если так. Вот это движение оставь, брат. Здесь оставите? Сюда. Смотри сюда, просто сюда смотри лучше. Делай, смотри! Куда ходит? Зима, что ли, хотел уехать? Да, попутал. Эвакуатора не было. Вообще. Он попутал берега. Блин, криво, брат. Смотри, я сосредоточусь. Не было.
просто, брат, так жил и все. Вот так сделать один раз, да? Ты хотел красиво уйти, что ли? Да-да-да, сесть в тачку и сгазануть вместе с ним. Оставайся здесь, мой брат. Не-не, уйти, уйти, подожди. Ты сейчас куда? Я на Патрике. Поехали. Так заехал на Патрике. Ключи? А, ключи захотел. Боже, ключи. Мам, передай ему ключи, брат. Вот же где? Я скажу. Короче, ну он напоследок газонет, потом мы поедем отсюда. Реально так поедешь сейчас? А? На Патрике? На Патрике. Такого мы еще не делали. Золотая молодежь. Такого мы еще не делали. Золотая молодежь на золотом ГТРе устроила покатушки в Москве. Он хотел прокатиться на ГТРе. Вот, пожалуйста, он бутылочку выиграл. Кто следующий? Только скорость сделаем где-то на трассе, на Минке, где-то плюс-минус 150, вот так. Видишь, я не думал, что он на тапке даже вот лучше улечу снизу, думал. Блин, все, закрывай базар. Давайте, ребят, на этом, я думаю, такой мини-короткий выпуск подытожим. Просто выпуск был о том, что будем ли мы снимать такси на основной канал, просто опросики. И просто хотел покататься, ощутить те эмоции, которые на ГТР, и тот звук, на котором нету ни на М-ке, ни на 6.3. Это чуть другой, чуть-чуть другой мир. Так вот, пишите в комментариях, снимаем выпуск, не снимаем, понравился вам это ГТР. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, колокольчики, все эту движуху, и в Париж делайте. Подписывайтесь на канал, также на хозяина этого ГТР наш. Меня зовут Влад. Владислав Чепурин. Каджапури. Ссылочка тоже здесь. Оставим, да? Смотри сам, я от души дал ГТР прокатиться, без расчета на то, что он меня отметит, просто ну так. Ну тогда не отвечаем. Все, смотрите сами, Влад. Нижнее подчеркивание, чем будет. Все, ссылка на это будет тут. Все, ребят, всем ассаламу алейкум, до новых встреч.